снимала. Представляешь, мне ничего не снимается. Вот сейчас нажала. Доброе утро. Такое вот вам цветное утро. Зеленое, бордовое. Мы идем на завтрак. Наш любимый ресторанчик уже. По голосованию, по опросу вчерашнему, когда проведем экскурсию по отелю, большинство нажали завтра, то есть сегодня. Ну все, сегодня. Лёша. Идем, идем. Тут вот бассейн, барчик. Прямо у ресторана. Ой, у барчика бассейн. Сейчас сюда пойдем. Вот там вчера была дискотека. Вот там, на горе. Это с другой стороны. Я все-все вам потом покажу. Мы просто мчим на завтрак. Через 20 минут завтрак закроется. Идем. Как здесь красиво. Тут такой воздух. После завтрака пришли мы опять на песочек. Вчерашнее наше место. Мальдивский пляж у них он называется. Таким барчиком. Вы спрашиваете: Юля, что за песочек такой белый? Откуда его привозят? Так вот, я вам раскрою тайну. Если будет сейчас видно, что это не песок, это мраморная крошка. Мраморная крошка. Сервис, шампанский сервис. Ой, вот что не день, то праздник. С клубникой. Это что-то, это мороженое или это айскрим? Это сливки. А, сливки. Да. Вообще. Как будто иду, и оп! Опа! Ой. Опа! Здравствуйте! Это вам, ну все, весь пляж уже будет знать. А приходите все! Знакомьтесь, это Катя. И Катя, очень мы с ней давно знакомы. Отгадайте, как? Сейчас сделаем опрос, да? Да. Есть ли у вас фарточек или нет? Нет, не так будем, да? Или будем? А, да, можно и так, я не знаю. В общем, как, лежала я здесь, в Максройле, на пляже, наткнулась на красивый фартучек в интернете у любимой Юленьки. И сказала, что мне надо. Это было летом. А теперь я загадала, видимо, не только фартук, еще и Юлю. Теперь у меня есть еще и Юля рядом. Я счастлива. Это шезлонг, да, все? Да, а сейчас да. Все захотят этот шезлонг, что делать? Я его с собой заберу. А я его... Тоже можно, да? Можно сдавать в аренду под загадывание желаний. В турецком ресторане заказали сейчас какое-то мясо в горшочках. Нам принесут супер специальное их национальное блюдо. Ждем. Еще раз. Турецкая пицца. Лахманджу. Лахманджу. Ой, господи. Вот это вот лахманджу турецкий и далмо. Сейчас будем пробовать. Турецкий хлеб. Это шеф-повар турецкого ресторана. Для нас приготовил. А как это мясо называется? Нога, да? Чего-то? А, да. Как? Татандур. Баранина. Но самое вкусное, хочу сказать, это рис вот здесь вот. Ого! А вот это бар. Бар у бассейна. Я сейчас заказала коктейль, покажу вам, какой любимый коктейль мой, называется Вы вчера спросили, Joy Star Martini. А может по-другому? Сейчас я посмотрю в меню. Ой, а вот он на основе пюре, мангового пюре, шампанского и чего-то еще. Сейчас у нас 6 часов вечера, и скоро будет закат. Я сейчас поднимусь, вам покажу, какая красота там сверху. Вот иду прямо вот туда, видите? Вот туда, вот так вот. Вот туда я иду. А вот здесь была вчера дискотека. Пока все закрыто. Ой, как красиво. Вечером все будет подсвечиваться.
Ну как? А вот там как раз пляж, где мы отдыхаем. А это у нас такая красота. Мы идем в номер. Всегда свежие цветочки. Всегда играют на рояле. Детки плачут. Ой, прелесть. Дети! Маленькие ляли. Это такие ляльки. Это просто масечка носкурик. Сейчас кто-то пойдет купаться ночью после ужина. Сейчас покажу луну. Смотрите, какая луна красивая, темно. А это как называется коктейль? Это дипломатика. Дипломатика. Самый лучший. Да, 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 да. А состав какой тут что? Чай. А, это корочку вы поджигаете. Это... Блин, я думала, сейчас какой-то будет... Я думала, это сейчас что-то будет гореть. Понятно. Этот коктейль называется... Я думала, Joy Star Martini. А он называется? Porn Star Martini. Порно. Нормально? Порно звезда. Класс. Красиво. Да? Да? Все? Ну все, открывай. Вау. Вот такой вот бар. Мы сидим в баре, едим конфетки. Ты уже все съел? Я ничего не ел вообще. Добрый день. У нас крайний денечек сегодня, поэтому буду все фиксировать, наверное, чтобы все осталось в памяти моей. Я так не хочу уезжать в первый раз. Я вам сейчас тихонько покажу, никого не снимая, покажу, как девочки занимаются акваэробикой. Прямо в море. Сколько ребят, так много. Хотя, мне кажется, еще не каникулы. Или это пока у нас не каникулы. Вот такие горы. Водичку покажу сейчас. Горы, скалы, что это? Ой, понятно? Заходим. Ой, как кричат. Боже мой, боже, это что? Что там такое? Кто там? Наверное, вот это вот сегодня план моего дня. На водичке. Тут невозможно вообще не хотеть кушать, не хотеть, блин, пить шампанское. Все располагает к тому, чтобы отдыхать. Диджей. Мне сказали, что здесь воду не пьют. Пьют только вот такую воду. Я послушалась. Поэтому это вечером, а сейчас вот это. Это наш обед. Наверное, подойти. О, господи. Я поближе подойду. О, так. Осторожнее. С ума сойти. Это что, это каждому такая порт? Запах. Короче, выпусти джина. Света. Ты посмотри. Не, нормально. Нет, я снимаю. Какая красота. Какой запах.
А в чем прикол? То, что... Слушай, самое главное, то, что они горячие, то, что они горят, я, да? Я, кажется, фотку сделала. Я думаю, блин, я тебе пошлю. Я пришлю тебе. Хочешь видео? Пришлю. Шикарное видео. Вот, этот Ричард. Ребенок. Представляете, у Кати играет. И я сейчас это наблюдаю. Ричард, супер, 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 молодец. Как красиво. А? Ой. Для меня следующее? А вот эту песню он сказал, что это для меня. Для меня, да? Все, я плачу. И все ждут, ждут, когда он заиграет. Как так возможно? Без нот, просто по памяти. Боже мой. Не знаю, я не перестану восхищаться. И буду вам снимать, снимать его всегда, когда увижу. Все, решено. Мы летим в Швейцарию.